Пусть нас лапотной России называет Вашингтон. Мы сегодня запустили лапоть свыше 5 тонн. Чтоб снести старинный дом, динамит огрянул гром. Не взорвался старый дом, рухнул новый за углом. В ресторане как-то дед скушал комплексный обед. И теперь не платит дед ни за газ и ни за свет. За улыбку, наконец, стал бороться. Спасибо. Продавец. Я пальто купил, надел, стал смеяться весь отдел. Смотри, Катерина! Где? Смотри, ой, точно! Точно она! Посмотри еще точно. Раз! Точно! Ой, какая симпатичная. Ой, мало. Но вы почему-то с ней совсем не похожи. А я что, не симпатичная? Да нет, я в другом смысле. Ну, ладно, в смысле, ладно. Вы разные. Подарила в лотерею куму свой билет, кума. Кум теперь москвич имеет, а кума сошла с ума. Никогда не делайте больше этого, Сережа. Горожанин в лес приехал, стал сознание почему? Терять. Хорошо, шофер. До знаменитости вы привыкли, что вам девушки сами на шею вешаются. А я не такая. Ну при чем тут знаменитость? Знаменитость, знаменитость. Тренер мне тоже все знаменитость. Знаменитость. А я, если хочешь знать, за всю жизнь только с одной девчонкой дружил. Вот видишь. Люсь. Это еще в школе было. Люсь. Люсь. Не Люсь. Надо, Сережа. Но вам же все равно кого обнимать. Для меня же это очень серьезно.